Доброе-доброе утро, друзья! Сегодня у нас последний день весны. А ночью прошел дождь. Наконец-то! Наконец-то! Прям так дышится. Классно! Ой, и цветочкам моим такая прелесть. Я вчера, правда, заливала, ходила. Водой напитались. Ну, да, немножко подпорчены цветы от дождя. Это мой навальс. Ну ничего, зато напились красотки. Напились. Посмотрите, моя симпати. Она давно цветет. Долго. Ну, вот начинает только сбрасывать лепестки. Конечно, она красивая. Да, немножко есть здесь. Чуть-чуть. Ну, пока она еще маленькая. Ей всего лишь третий сезон. У нее все впереди. Но высокая. Смотрите, какие. Какая высота. Цветы на небе. Так, что у нас тут? Ой, а у меня японочки распустились. И какая миленькая такая. Какая она красивая. Цвет такой необычный. Сейчас я... Ой. Малышечка. Ой, а это упала. Это Аой. А это Юли. Завалилась. Это вообще такая нежная. Ой, какой цвет, да? Грязнула я только. Надо будет ее подвязать, потому что тут дончиков еще много. Флорибунда. Упала, не выдержала дождя. Ну, это, конечно, загнулась. Августа Луиза. Тут еще, ой, ветки тяжелые. Тяжело. И покажи свою красоту. Красивая. Хотела вчера пройтись по саду. Но с этим поливом уже потемнело. Снимать было нечего. Красавица. Прямо такая она у нас пышненькая. Красивые такие банты. Скажите, пожалуйста, это чайно-гибридная роза, да? Ух, красиво. И цвет. А что творят, а? Что творит природа? Создала такую красоту. Ой, водички сколько. Вестерленд распускает свои первые цветы. Так, сильно грязь не полезу. Буду вам издалека показывать. Вот сколько говорю за этот куст. И все время он у меня здесь на месте сидит. Уже, видите, подтянула его ветки. Обрезала. Обрезала коротко. Потому что все болело. Вот смотрите, какие он дает побеги. Длиннючие. Да. Ну, пока мне ей место не нашла. Пока сидит она у меня здесь. Мимиден на бутонах вся. На бутонах. Она тоже не очень любит воду. Вот так, сейчас я пострушиваю чуть-чуть. А это красота. Сейчас скажу. Она у меня третий сезон тоже. Стефани Баронец Гутенберг. В прошлом году она мне как-то совсем не зашла, этот цветок. Она у меня быстро отцветала, мало держалась. Вот. Цветок как-то быстро портился, превращался
не в бело-розовый, а такой грязно-белый цвет. И как-то она мне не зашла. В этом году она показала свою красоту. Ну, нравится она мне уже. Вот. Она подросла, такая девушка, девушка стала. Ну, просто прелесть, правда? Такое начало распуска у нее с розовой серединкой. И вот такие вот цветы. Красивые. Красивые. В воде все. Моя незнакомочка. Из пересорта Джубилей. Принц де Монако. А, ну, я нисколько не... Ну, пересорт так пересорт. Хотела другую. У меня юбилей получился. Ну, пускай. Ой, обсыпались мои чайные гибриды. Сейчас подойду. Так, тут у меня еще один кустик. Мими. Это я сейчас тоже немножко струшу. От дождя. Красавица цветет. Калиматис. Звездчатый какой-то там. Я не знаю название. Такие звездочки ароматные. Здесь у меня барок. Какой он красивый, да? Вот он упал. Слишком низкий. Цветы на камушке. Прилег, отдыхает. Красивый барок. Видела у девочек такую мощь. Ой, посмотрите, мордашка какая. Красивый. И бутон. Так. На арочке немножко получилось у нас. Мы зацвели. Эльф. Но тоже от воды. Немножко попортили цветы. Ну, я говорю, все это естественно и природно. Зато ему такой кайф. Еще есть бутоны. Так что мы увидим красивые цветы. Вот смотрите, какой. Какой огромный. Обожаю. Обожаю. Вот красивый, красивый. А бутоны какие. А, прелесть. Да? Склонилась до самой. Вот такие ветки у нас. Грязнулька. Запачкал дождь. Ну, пасмурно у нас сегодня. И можно рассмотреть цветы. А там у меня Пьер де Рансар. У меня, конечно, с того вида. У него покрасивее. С той стороны покрасивее вид. Вот такой. Сейчас руки мокрые, даже не могу приблизить. Эльф красавчик. Красавчик. Не знаю, почему считают Пьер де Рансар самую красивую розу. Мне эльф тоже зашел. Прям так. Новый у него будет, короче. Короче, мы цветем. Так. Говорю тихо, потому что раннее утро. Ой. Шедевр, да? Ой, цветы какие тоже. Намочила его. Цветы большие. Но он держит, держит себя. Красавец такой. Ой, какой красивый. Давно я его искала. Так, это кто-то съел макушечку. Не страшно. Всем надо. Всем надо. Моя красавица цветет еще. Но она волнами. Вот она действительно волнами. Вот эта часть отцвела все цветы в одно время. Потом она набирает бутоны. И заново зацветает вот таким же кустом. Я не знаю, почему мало кто из розоводов ее показывает. Но это же... Ой. Вот, смотрите, дождь прошел. Она стоит.
стойкий оловянный солдатик. Мощная. Жесткие побеги. Цветы. Цветы. Крупные, прикрупные. Не хочу сейчас сантиметром бегать, но очень большие. Можете сравнить с вот этой оливией. Да. Красавчик. Я еще снимала раньше, когда он только начинал распускаться, а ролик не выложила. То есть есть видео, просто некогда выложить. Оливия, я, наверное, ее отсюда беру. Ну все, она не хочет на меня смотреть. Уткнулась в землю носом. Вот этот красавчик мне понравился. Петер Френкельфельд. Или Питер, или Петер. Как-то так. Красивый тоже. Крупные цветы. Но быстро. Сколько? Это красотка. Питер Френкельфельд. Или Петер. Как правильно? Может, я неправильно называю? Исправьте меня. Чайная гибридная роза. Посмотрите, какой цветок. Ох. Ему третий сезон. Вот сейчас он цветок держит долго. Он крупный. Набрала силу эта роза. Ну, какие красивые цветы. Аромат такой присутствует. Интересный. Не могу понять, чем пахнет. Ну, пахнет, да. Ароматная роза. Красиво. Вот это вот он. Такой кустик хороший. Хороший. Не узкий ли, но ты еще вот его. Не пять, наверное, постоял. Раскрывается медленно. Красивые такие бутоны. Вот он. А это Ред Леонардо да Винчи. Вот такой куст. И в цветах, и в бутонах. Вот он до самой земли. Рядом с ним Леонардо да Винчи. Ой, красотка завалилась совсем. Все, всыпала цветы. Думаю, что она не выдержала. Я забыла, как ее звать. Ладно, девочки, подпишу, которые не вспомнила. Я их подпишу на экране. Давай. Вот так покажи свою мордашку. Блюбой там валяется. Рапсодиан Блю. Последние цветы распускает. Первые уже обсыпались. Ну и тем более дождь прошел. Так что, а вон моя зеркальная клумба. Такая яркая-яркая. Мы к ней подойдем поближе. Амадеус слабенько. Слабенько цветет. Много я его поубирала. Побегал. Очень было много больных. Вот. Ну, все равно сейчас. Вот так. Вот. Все равно цветем. Куст. Ну, около 2 метров. Вот это вот. А так он у меня высоченный всегда. Такой я его коротко не обрезаю. Красивый цветок. Так, качелю не убрали. А сейчас я буду сушить. Тут у меня мияби. Ну, мы еще зацветем. И айсфогель. Тоже бутончик. Шалфеи здесь цветут.
Ну, уже надо будет обрезать. Шалфей подстригу. Это фестиваль лаванда. В этом году что-то на мне тоже. Скорее всего, это было декабрьское обледнение, и она немножко пропала. Даже кусты пропали. Чиппендейл, да? Не полезу. Далеко сильно. И керио на бутонах. Ну, ничего не скажу. Такая розочка. Не для этой клумбы. Здесь у меня такая все в пастельных тонах. Она желтая будет выделяться. Пересажу я ее отсюда. Уберу. Так. Здесь пока не цветет. Посмотрите, какие у нас уже яблоки. Весной. Ух, сколько воды на крыше. Прям... Все, намокла моя. Все впиталось. Ладно. Ангела завалилась. У меня хоть и подвязанная, но цветов очень много. Она прям завалилась. Давай, немножко тебе помогу. Обтрушу от воды. И она тут накрыла. С собой накрыла Сан-Сити. И тоже здесь не место. Вообще здесь надо убрать розу. Ангела тут захватила территорию конкретно. В общем, смотрите. Друзья, учитесь на чужих ошибках. Куст огромный. Метра полтора, наверное. Ширина. Ну, высота такая же. Нет, наверное, даже еще и выше. Вон она, куда пошла, к забору. То есть ей надо много места. То, что у меня здесь было спереди, она накрыла собой. В общем, уберем ту розу, дадим ей вздохнуть. Но уже по осени. Ложись. На мой заборчик. Бланшет Бебелон. Цветет красавец. Красивые тоже глазастики. Цветочки. Это тут совсем у меня юбилей. Залег. Но он молоденький. Прям, ой, нагнулись так цветочки. Жаклин Дюпре. Тоже лег от воды. В общем, хороший дождь прошел. Хороший. Прям шикарный дождь. Гроза такая была. Там навалис у меня еще на бутоне. Да. Чаровашка. Монблан. Или модерн. А, модерн блаш. Ой, никак не запомню. Имя новое. Новое имя. Смотрите. Вот она цвела. Вот у нее побежек. Ну, то есть, обламывать, конечно, надо. Наверное, вот эти вот отцвевшие. Хотя их не видно. Она сбросила лепестки. И начинает по новой вот набирать. Интересная такая. Будем наблюдать. Так. Это вы все знаете. Чайная гибридная. Только я забыла, как ее звать. Там она у меня еще с моих черенков. Августа. Ну, люблю я такие цветы. Огромные. Напишу. Забыла. Так. А у нас, посмотрите, какой водопад был из розы. Краун принцесса Маргарет. Ух. Смотрите, сколько насыпано лепестков под ней. Склонила она. Я ее подтягивала. Но лезет она на дорожку. Захвачится. Тоже не делайте моих ошибок. Дайте ей много места. Огромную территорию. И чтобы она никому не мешала. Так, веревка.
Ну, красавица. Цветет долго. Бутонов много. Цветов очень много. Такая красавица. Красота. Цвет такой приятный, нежный. Смотреть на нее одно удовольствие. Я думала, она развалится. Но я ее уже подтягивала, подтягивала. Но все равно легла. Все равно легла на землю. Ну хорошо, тут газон, она чистенькая. Ой. Еще один у меня здесь цветок. Пьер Дарансар. Это то, что я оставила. Надо было убирать. Видите, он весь больной. Это тоже. Но он цветет. Все равно мы зацвели. Новые побежки вот выдал. Как-то он здесь старше того куста. Ну, как-то он здесь слабенько развивается, наверное, потому что здесь тень. Ну, или полудень. Эптайд. Эптайд. Ой, красивый какой. Какой красивый. Пришлось подвязать эту ветку. Так, а тут у нас... Что-то мне с утра... С утра с головой. Забыла, как ее звать. Дэвида Остина. Роза. Вся поникла. Но она и есть такая. Цветы клонит. Не держит. Я уже ее вчера подвязала. Скомпоновала. Куст широкий. И... Расползается на все в разные стороны. Надо ей места. Много. Очень много. А Маша Барбара. Первые цветы. Вот мы только зацвели. Симпатичная розочка. Да. Так, выдержал мой так, друзья. Ну, я, наверное, буду подписывать. Наверное. Все что-то совсем. Так, тля, даже на бутоне. Ой, сколько их много. Оранж Бэйби. Это я вспомню. Клементина. Вот такая она. При расцветании вот такой цветок у нее становится. Ну, долго держит. Долго держит цветы. Очень. Чип энд Дейл. Ой, какой красавец. Сколько цветов. Цветы такие большие. Бутонов еще. Он дает новые побеги. Смотрите. Какой красивый кустик. Шариком. Я все эти длинные удочки пообрезала, чтобы он не выбивался из общего. И вот такой красивый куст. Чип энд Дейл. Так, здесь у меня лаваглуд. Ой, совсем был срезан на пень. Я за него не переживала. Он восстановится. Так, тут у меня еще розули не цветут. Это пересаженный Шекспир Вильям. Это новиночка, тоже не помню. Ну ладно, пока не важно.
Так, а вот этот вот красотун сейчас покажу. Ой, красивый какой. Сливовый цветок. Ой, сейчас показывает камера. Как он, даже он еще темнее. Это Royal Celebration. Американская селекция роза. Красиво, а ну-ка. Да, есть немножко аромат. Чуть-чуть, но все залитая водой. Прям вообще. Ну, тут у меня под можжевельником. Ну, что? Растем, растем, растем. Спреечки еще на бутонах. Так, что тут у нас еще? Еще один куст лава тут. Красивые. Прям такими кистями. Ну, красивая, правда, розочка? Не знаю, тут красный цвет притягивает. Как бы там ни было. Пашмина на бутонах. Черная магия. Это, считайте, вот от пенька один побег дала. И вот это от пенька такой кустик. Еще раз покажу Маргарет. Ну что за чудо? Красивая роза, такая нежная вся. Она хоть немножко склоняет цветы, но куст огромный, ее видно. Ой, красота. Так. А, смотрите, позбивала цветы, валяются он. А это у меня Эшли. Маленький кустик. Цветок большой. На такой тоненькой ножке, конечно, уже он упал. Ну ладно. Так, это махан. Здесь у меня Сахара, новиночка. Раньше снимала, покажу, как он выглядит. Добавлю в видео. Посадка осень прошлого года. Это роза Сахара. Так, я еще не нюхала, но там пчелка залетела. Чтобы меня за нос не укусила. А ну-ка, дайте я попробую. Ну да, есть немножко, есть немножко. Угу, вон она какая. И побег новый дает, вот он, с бутоном. Вон она какая, а красивая. Тоже на канале у девочек видела. Ой, и мне мало солнца. Мне мало солнца, еще солнечных розочек. Сахара. Роза-шраб. По-моему, да. Точно не помню. Вот, смотрите. Тут еще два бутона. И вон еще начинает. И вон еще, смотрите. Ой, сколько там у нее будет еще побежков. Так, какая она молодец. Красотуля. Красивая, красивая. Она такая... Желтая у нее серединка. Вот эти вот окантовка у нее розовенькая. Интересная двухцветная, да? Двухцветочка такая. С таким тоном. И бутон вот такой. Красота. Кусочек этой Сахары. Ну, с этой стороны вот так мы смотримся. Красавчик мой. О, сколько лепестков. Ну и вкуснятины вам в ленту. Закину черешенки. Зеркальная клумба. Вот где уже роза, так роза.
Это роза джаз. Шикарная такая. Да, тоже нагнулась. Вот ветка большая. Ее прям нагнула. Моя рука в кадре. Но она и так в кадре. Что же так пахнет, не пойму. А, я на мяту наступила. И на валис. Красотун. Сейчас мы пройдем в розарий. Там тоже есть на что посмотреть. Так, тут у меня тоже мими переехала в эту клумбу. Рядом с клементиной. Ну, не знаю, как-то так. Место было пустое. Розы у меня были. Еще раз посмотрим симпати. Вот такая красота над головой. Так, ну пошли. Так, а здесь у меня Red Piano. Только-только начинаем распускать первые цветы. Вот такой монстрик. Крепко стоим. Такой, ух. Классный. Мне нравятся это такие цветы. Шариками. Здесь еще одна такая красавица. Помпанелла. Так, девочки, это сажала я с черенка. Не знаю, кто именно, но очень она похожа на... Как ее? На плетистую розу. Польку. Ну-ка, подскажите, она ли? У кого есть? Так, сейчас я с той стороны покажу еще. Вот такие у нее цветы. Красивые. Вот такая она при отцветании. Ой, сейчас обсыпется от воды и от моего прикосновения. Ой, все. Потеряла. Цветы одиночные. Такие красивые. Да? Ну, похоже на польку. Но я еще пока не уверена. У меня маленькая. Вот как она будет плетистой. Здесь не нужна такая плетистая роза. Придется переехать. Она, кстати, уже переезжала. Ну, черная магия, да? Красотка, правда? В капельках воды. Ой, какая же красивая. Смотрите, какие у нее кисти. Здесь тоже не к месту. Спреевая роза. Сиреневый туман. Маленькая, видите, какая? Ну, красавица. Такой разворот у нее, прям как черно-гибридная. Ну, совсем малышка. Так, а вот это, как First Lady, я ее брала. Девочки сказали, что это не она. Ну-ка, посмотрите внимательно. Я ее пересадила. Это ее новое место жительства. Ну, вот раскидала она свои цветы, не держит. Она ли? Цветок не раскрывается. И вот морда салат. Вот если ее развернуть, ну красивая. Цвет такой приятный. Здесь у меня еще спреечка Софина. Интересная тоже роза. Вот так она раскрывается. Ай. Ну и тут Софи Лорен. Разбросала свои ноги. Длинноногая красотка. Это моя новиночка. Ну, я так думаю, она стартанет. Ой, сколько на ней здесь этой тли. Обберу сейчас. Это моя Pink Piano. Новиночка. Так, обберу ей эту гадость, которая ее жить не дает. Да? Дождя не будет, обработать надо будет.
А мы про Софи Лорен. Вот такой куст. Вот такой куст. Вот такие цветы. И кусту уже больше 20 лет. Ну, под 30 точных. 20 там с хвостиком. С большим. Сколько точно, не знаю. Это одна из первых моих роз, которые я купила в сад. Ну, это же дама сердца. Она уже давно цветет, уже, она уже отцветает. Сейчас ей предстоит обрезка, и она будет по новой набирать свои бутоны. Вот так она зацветает. Ну, красавишна, ничего не скажешь. Тоже 6 старых роз. Морковного цвета, ароматная. Кто, не знаю. А это Лавли Лидия. Красиво они тут, да, смотрятся. Сейчас камеру немножко увожу, другой раз смотрю на цветы. А надо смотреть в камеру. В камеру я их не вижу. Вон солнышко вышло. Сейчас он подсушит. Ай, сколько воды. Ну, держит себя, держит. Держит еще, может, то, что здесь забор. Лавли Лидия. Посмотрите, какой цветок. С вот этим, да? Это он уже цветает. Вартбург. Только эта сторона посажен за забором. Это цветок. Только эта сторона зацвела, а там еще только-только. Там северная. И вот там на крыше у меня тоже Вейхенблау. Сейчас подойдем поближе. Красивая такая роза. Телефон подняла, сама не вижу. Ты издалека видно хорошо. Лежит там на крыше сарая. Радует прохожих. Так, ну, облетела. Там тоже цветет. Это Глория Дей. Так, это тоже давно держится. Это не облетает, это просто умирает. Прямо на побеге осиана. Чайно-гибридный. Вот такой длинный узкий куст. Выцветает она некрасивого вида. Не цветет долго. Конечно, бутон в распуске очень красивый. А так, ну, в общей массе нормально. Банан, зато же смотрите, как она выцветает. Была яркая. А потом вот такая становится. Тоже надо обрезать. Эту тоже уже надо обрезать. Короче, все. У нас летом в июне месяце предстоит обрезка. Это когда такое было? Дама сердца. Дама сердца. Ну, тут кое-что, кое-кто еще цветет. Наклонила она свои большие цветы. Ну, цветы, смотрите, до самой земли у нее. Много цветов, такой куст красивый. В этом углу она прям так. Ах ты, я тебя не видела, посмотрите. Глория. Ну и так, покажу свой оранж-дом. Собачки наши не стало. Вольер убрали. У меня здесь поле деятельности теперь появилось. А планов знаете сколько? Оставайтесь со мной. И еще покажу всю красоту. Ой, планов, вообще планов. Это оранж-дон. Какая она красивая. Ароматная, это плетистая роза. Постоянно в цветах. Самоочищается. Ну как, обсыпаются лепестки. Ну и цветов на ней всегда много.
Она еще тоже молоденькая совсем. Ну, когда стартанула сразу же, в первый же год она мне цвела прям и роз дала. Не так, знаете, плетисты набирают. Такое оранжевое солнышко. Оранж-доун. Тут в тени. Хороший. Ну, кустиком пока. Ну, понятное дело, это она мне здесь прикрывала вольер немножко. И она оттуда переедет на другое место. Очень близко к дороге. К выезду. Ой, смотрите. Вейхенблау. Рука мокрая. А ну-ка попробую сейчас. Легла на всю крышу сарая. Завуалировала сарай с той стороны. С этой стороны я тоже буду закрывать его. Не знаю, может быть. Не знаю, пока не буду говорить. Посмотрим. Так, ну а теперь я буду с вами до свиданькаться. Всем мирного неба. И пока-пока. До новых встреч на моем канале. Пока.